7 февраля жители Астаны ждет невероятное шоу, вызвавшее немалый восторг среди зрителей как в России, так и за рубежом. Санкт-Петербургский театр «Искушение» со знаменитыми танцами «Под дождем» открывают гастрольный тур в Казахстане. Руководителем коллектива является Рустам Надыршин, талантливый хореограф-постановщик, благодаря которому на протяжении 10 лет миллионы зрителей смогли увидеть оригинальную хореографию и сложную акробатику, сопровождающуюся музыкой и искусственным дождем. В составе театра 22 танцора, и каждый из них по-своему уникален. Здесь есть и классические танцоры, и хип-хоперы, брейкеры, акробаты и даже гимнасты, начавшие свою карьеру с раннего детства. Каждый из них не только танцор, но и потрясающий актер, показывающий на сцене всю гамму эмоций представляемого номера от лирики и даже до завораживающих интерактивов со зрителем. Не пропустите потрясающее шоу современного искусства. Восьмого февраля жители южной столицы смогут насладиться фантастическим балетом «Жизель». Премьера балета состоялась летом в 1841 году в Париже, собрав восторженные овации французских аристократов. Это была эпоха романтизма, когда в танцевальные постановки было принято включать элементы фольклора и мифов. Музыку к балету написал композитор Адольф Адан. Одним из авторов либретто стал Теофиль Готье. Вместе с ним над «Жизель» работали также известный либреттист Жюль-Анри Вернуа де Сен-Жорж и балетмейстер Жан Куралли, который занимался постановкой спектакля. Основой будущему балету послужила старинная славянская легенда, записанная Генрихом Гейне в его книге о Германии, о велисах, погибших от несчастной любви девушках, которые, превратившись в волшебных существ, до смерти затанцовывают встречающихся им ночами молодых людей, мстя им за свою погубленную жизнь. Сюжет балета прост. Юный граф, будучи обручен с богатой невестой, влюбляется в крестьянку Жизель и, скрывая свой титул под видом крестьянина, ухаживает за ней. Жизель узнает о его неверности и, обезумев от горя, умирает. Но это еще не конец истории. В роли Жизель – прекрасная балерина театра Алия Сапугова. Роль графа Альберта исполняет харизматичный танцор Нурлан Конакбаев. Восьмого и 9 февраля 2019 года в Государственном театре оперы и балета «Астана-Опера» состоится премьера оперы Чайковского «Евгений Онегин». Воплощение в музыку бессмертного шедевра Александра Сергеевича Пушкина – это одно из прекрасных творений творчества Чайковского, написанное им за одну ночь. Многим в среде композитора сюжет романа Пушкина казался непригодным для сценического воплощения, но, несмотря на сомнения и самого Чайковского, Онегин стал одной из самых репертуарных опер русской и мировой оперной сцены. В музыкальном произведении «Евгений Онегин» Чайковский воспел высоту чувств и поэтичность души пушкинской Татьяны. Сегодня «Евгений Онегин» входит в репертуар практически всех театров мира. Казахстанские зрители смогут насладиться оперой благодаря совместной работе заслуженных деятелей Казахстана, дирижера-постановщика Алана Бурибаева, хормейстера Ержана Даутова с профессионалами из России и Италии. 10 февраля в ГАТОП имени Абая состоится шедевр балетной классики – творение знаменитого хореографа Мариуса Петипа «Дон Кихот». Это один из самых популярных балетов, темпераментный, яркий, пламенный, изобилующий красивыми испанскими танцами. Сюжет заимствован из бессмертного романа Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот». Сюжет рассказывает о подвигах во имя добра и справедливости странствующего рыцаря печального образа и его верного оруженосца Санчо Панци. В основу либретто взят лишь один эпизод романа, в котором Дон Кихот совершает добрый поступок, помогая молодым влюбленным Китри и Базилю обрести свое счастье вопреки воле отца. Этот балет насыщен огромным количеством жизнерадостных и разнообразных танцев и, наделенный яркими хореографическими образами, обрел долгую жизнь на мировых сценах. Зритель во имя балета переносится в шумную и праздничную атмосферу Испании с ее тореадорами, торговцами и уличными гуляниями.